15 апреля после введения пропускной системы в регионе обстановка на дорогах округа заметно изменилась. Проверки на наличие пропусков у граждан идут уже несколько дней. Все неудобства постепенно сглаживаются, напряженность спадает. У работающих граждан есть преимущество. С 13 апреля они могут оформить многоразовый пропуск сроком действия до 30 числа. Полученный код – разрешение на поездки по Подмосковью и в Москву. Все очень быстро, все хорошо. Еду из садика, я руководитель. Проверила, все хорошо, еду домой. Ну, 5 минут. Совместная проверка ГИБДД и областного Минтранса выявила нарушителей. Водитель такси перевозил пассажира без пропуска. В итоге оба получили административные штрафы в размере 5000 рублей. Один за отсутствие пропуска, второй за то, что не удостоверился в его наличии. Проверки занимают определенное время, но большинство водителей стараются с пониманием к ним относиться. Тем более, что на данный момент обстановка существенно улучшилась. Вообще поменьше, ну проверка, да. Ну что делать, как бы, ну надо. Оформить электронный пропуск можно несколькими способами. Самый популярный – это мобильное приложение. Второй способ – портал госуслуг. Кроме того, возможно проконсультироваться по телефонам горячей линии 8 800 170 10 или 8 800 550 50 30. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».